După ani buni de întuneric, locuitorii localității aflate la 19 km distanță de Chișinău, Dobrogea, nu își vor mai crește copiii la lumina lumânării și nu își vor mai încălzi apa în generatoare. Asta după ce în luna decembrie Ion Ceban a solicitat autorităților de la Sângera să responsabilizeze persoanele vinovate. Câți ani ați avut? Сколько лет у вас не было света? С 2012 года. 8 лет без света. По словам местных жителей, на окраине села десятки домов не были подключены к электричеству. И это несмотря на то, что их дома находятся в нескольких метрах от линии электропередачи. Мы обращались в мэрию, собирали подписи и получили результат. Мы очень рады, что у нас наконец-то будет свет, потому что воспитывать детей без света, купать их, кормить, не имея холодильника, становится все труднее. Мы очень благодарны за то, что муниципальные власти наконец решили дать нам свет. Сегодня сети уже включены, и в этом отношении каждый потенциальный потребитель в этом новом районе может подать заявку на получение уведомления о подключении для последующего заключения договора на поставку электроэнергии, придя в офис или удаленно. Но есть еще нерешенные проблемы. В самом селе Сынжера до сих пор нет ни газопровода, ни водопровода. Генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан отметил, что в самые кратчайшие сроки решится и этот вопрос. Необходимые действия уже включены в муниципальные проекты. Из 6 канализационных колодцев в Сынжере 2 уже совсем скоро отремонтируют полностью. Благодаря помощи со стороны АП-канал все сети подключат в кратчайшие сроки. А проект по строительству газопровода завершен. Все согласовано с «Молдова-Газ», и мы надеемся, что строительные работы начнутся в ближайшее время. Спасибо. От имени жителей Добруджи, Сынджеры и Реваки, потому что у нас есть несколько проектов, которые мы реализуем в сотрудничестве, в том числе проект канализации. Проект предусматривал строительство линии электропередачи протяженностью в 5,5 километров и установку двух трансформаторных станций. Стоимость работ составила 1 700 000 леев. Виктория Парфентий, Илона Ведрашко, Виктор Магылдя, Акчен ТВ.